Сотрудники Центра кинологической службы МВД посетили лагерь дневного пребывания на базе одной из школ в городе Майкопе. Мероприятие было приурочено ко дню этой службы, которая отмечается 21 июня. Началась встреча с показательного выступления. Продемонстрированы элементы основного курса дрессировки служебных собак. Они без труда находили имитаторы взрывных устройств и наркотических средств. Зрелищной стала демонстрация задержания условного преступника. Далее детям рассказали о том, как происходит процесс дрессировки и подготовки собак. В центре кинологической службы МВД в основном содержатся немецкие овчарки и лабрадоры, которые подготовлены как для несения патрульной службы, так и для применения по узкому профилю. Завершилось мероприятие небольшим парадом кинологов. В МВД по Республике Адыгея состоялась ежегодная отчетно-выборная конференция ветеранской организации министерства. Обращаясь к участникам, министр поблагодарил ветеранов за работу с молодым пополнением и помощь полиции в укреплении имиджа службы. В связи с этим хотелось бы видеть еще более активное участие ветеранов в индивидуальной воспитательной работе с сотрудниками, в наставничестве над нашей молодежью, в работе общественных формирований. На совете также выступил и Азмет Хутыс. Он рассказал, что основные усилия организации в Адыгее были направлены на дальнейшее укрепление связи с ОВД и содействие формированию положительного образа сотрудника полиции. На мероприятии глава ведомства Иван Бахилов вручил ветеранам ОВД и отличившимся сотрудникам полиции награды.